Здравствуйте! Вы смотрите РБК. Прямо сейчас в эфире «Метаморфозы от бизнес-стиля» – программы о моде, красоте и гармонии. Меня зовут Климанов Виктор. В сегодняшнем выпуске – создание нового модного образа на эту весну. Основные тренды макияжа, уход за кожей, идеальные брови. Что-то из этого точно будет. А прямо сейчас я встречусь с нашим постоянным имиджмейкером Мариной Язиковой. Она умеет создавать новые интересные луки, трансформировать, перевоплощать. Она и расскажет, что ожидает наших героинь. Марина Язикова – профессиональный консультант по имиджу, член Лиги профессиональных имиджмейкеров. Может за несколько минут разложить образ любого человека по полочкам и выявить недостатки гардероба. Занимается консалтингом по имиджу. Основные принципы работы Марины – профессионализм, философия естественной красоты и раскрытие гармоничного образа клиента. Любимые стилевые направления – романтический и драматический. Здравствуй, Марина! Здравствуй, Виктор. Очень рад тебя видеть. Я тоже тебя рада видеть. Итак, у нас сегодня две героини. Да. И я слышал, что они не знакомы друг с другом. Абсолютно правильно. У нас две героини, деловые женщины и очень красивые. Если они такие красавицы, что же там преображать еще? Да, задача получается очень непростая. Ну, например, Юлия Николаевна, она использует очень такие темные цвета в одежде. А мне хочется показать, что возрасту светлые цвета вовсе не помеха, а наоборот, потому что у лица всегда нужно носить именно те свои оттенки, которые украшают наше лицо. Что касается Насти, то Настя очень такая яркая, и мне хочется, знаете, немножко такого ей добавить натурального стиля, такого оттенков таких светлых, то есть такой больше романтики с натуральным. Вот посмотрим, что из этого получится. Задача только кажется легкой. Посмотрим, что же получится на самом деле. Посмотрим. Я думаю, что да, это будет непросто. Ну что, я тогда за героинями. Хорошо. Я вас жду. Здравствуйте. 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 Юлия Николаевна, Анастасия, как вы решились принять участие в нашей программе? Наши друзья решили сделать нам подарок ко дню рождения. У Анастасии день рождения был неделю назад, а у меня через неделю. Вот они решили нас побаловать и подарили вот такой подарок. Я смотрела передачу и раньше, и я думаю, это замечательная программа, где девушки преображаются в хороших магазинах и с хорошими стилистами. Думаю, это хорошая возможность пополнить свой гардероб к весне, обновить новыми красивыми новинками. Значит, морально готовы к преображению. И нашим мастерам доверяете? Доверяем полностью. Ну, тогда не буду вас томить. Пойдемте к Марине. Пойдемте. Марина, встречай героинь. Отлично. Юлия Николаевна. Очень приятно. Настя. Они готовы к перевоплощению. У тебя есть конкретные идеи. Конечно. Не буду мешать. Вернусь через пару часов. Пока-пока. Счастливо. Отлично. Юлия Николаевна, Настя, сегодня мы здесь вот создавать будем вам образы новые. Они заявлены трендом 2015 года французским тренд-бюро «Карлин», который использует непосредственно здесь дизайнер в этих коллекциях. Поэтому сейчас мы с вами попробуем, посмотрим. Вы посмотрите то, что вам хочется, да? Это обсудим. Я вам тоже подберу несколько образов. Договорились? Да. Прошу. Спасибо. Давайте посмотрим, что вы выбрали, что вам понравилось, не понравилось. Так, хорошо. Мне вот понравилась блузочка, струящаяся такая интересная. Шелковая, да? Шелковая, смотрю, натуральный шелк. Угу. Хорошо, в таком этническом стиле мы попробуем это надеть. Помимо того, что это классика, здесь еще тренд, достаточно такие крупные цветы, которые актуальны в этом сезоне. И вижу очень такой интересный у вас получился верхняя одежда, такая курточка, причем она двухсторонняя. Хорошо, мы попробуем, пока ничего не буду говорить. Вы это сейчас наденете. Я для вас, Юлия Николаевна, приготовила вот такой вот образ. Теперь давайте пройдем в примерочную, я вам это все подам. Проходите. На этот сезон Карлин призывает подключить креативный поток.
взамен рациональности, забыть все, что было раньше, дать свободу творчеству, созерцательности, креативности. Поэтому я для вас создала такой деловой образ. Настя, у вас использует такая шелковый топ. Принт очень актуальный в этом сезоне, как будто такие размытые цветы градиентные. Ну и сочетание, естественно, таких вот выбеленных зеленые, выбеленные, получается, желтым, очень хорошо гармонируем, сочетается. В принципе, такое легко можно использовать в деловой капсуле. Вам, Юлия Николаевна, такой образ в цветовой гамме, исключительно такой приглушенно-розовый и белый. Единственное, предлагаю разнофактурность. Вот это вот сочетание разнофактурности, оно и передает вот эту вот гармонию, которую в вашем образе. Причем, что хочу сказать по поводу белых брюк. Белые брюки – это как раз-таки классика, проверенная временем. Им достаточно много лет, белые брюки еще носили там, можно сказать, и наши бабушки, и прабабушки, если посмотреть вообще в совокупе. И поэтому, если в гардеробе есть такие белые брючки, вот в пол прямые, то это очень стильно и красиво, и под ноги гардероб вам подойдет. Чего мне не хватает, это, конечно, завершить ваш образ. Коль у нас все-таки деловой гардероб, соответственно, я использовать буду черный жемчуг натуральный. Или мы можем абсолютно такими простыми подручными средствами использовать каре. Берем два кончика, завязываем. То есть самое быстрое, самое простое решение. Потом по диагонали просовываем таким вот образом остальные и стряхиваем. То есть у нас получается вот такая фиалочка. Кончики вот так закручиваем. И также использовать на шею. Единственное, можно абсолютно по-разному, то есть размер координировать. Вот такое получается у нас завершение образа. Такой элегантный деловой стиль. Насте мне не хочется ничего добавлять, кроме, естественно, как сумки, это в любом случае понятно, потому что у нее достаточно сильный акцент в самом топе. Принт. У вас что мне еще нравится? Посмотрите, какая интересная куртка. Можно снять, да? Обратили внимание, да? Она двухсторонняя. То есть вы можете как ее надеть с этой стороны, соответственно, вывернуть и надеть ее исключительно розовой. Единственное, тогда розовое на розовое, вот то, что вот я вот предлагаю, будет не очень хорошо. То есть все-таки хочется вниз тогда что-то потемней. И вот, пожалуйста, будет, выворачиваем также рукава, совершенно другая куртка. Вот такая вот универсальная вещь. Пожалуйста. Будем использовать другой топ. И вот такой вот получается завершенный образ. Пожалуйста. Угу. Отлично. Ну что, сейчас вы отправляетесь в примерочную и надеваете свои образы, те, которые выбрали вы. Хорошо? Мы посмотрим на контрасте. Прошу. Такие вот те образы, которые вы выбрали сами себе. Настя, мне ваш образ очень нравится, потому что как раз-таки этническая тема, она достаточно актуальна. Соответственно, все, как оно есть, и оно остается. Полностью гармонию я вижу, сочетание тоже цветов есть. Ну и ткань, которая струящаяся, она натуральная, она очень хорошо лаконично вам ложится и по цвету тоже. Причем третий образ, который я выбрала, вот как раз-таки в такой стилистике. Так что попробуем. Меня смущает вот как бы пиджачок. Почему? Потому что здесь верхняя одежда, легкое платье, да, ткань, фактуры, они не очень сочетаются. Поэтому да, вот. Если, например, снять, давайте попробуем.
Оно само по себе, платье, оно достаточно самостоятельно. Но опять-таки, смотрите, вы выбрали верхнюю себе курточку, она двухсторонняя. Давайте попробуем наверх не черное, а светлое, потому что вам хочется у лица добавить все-таки светлоты. Так, давайте. Вот так будет намного лучше. Да. Заметили, да? Вот давайте посмотрим. Вот так лучше намного смотрится, потому что черное с черным, и оно такую как бы дисгармонию делает. Вот я и хочу вам добавить цвета. Тем более вот здесь вот получается тоже такие, знаете, светлые выбеленные такие оттенки, поэтому вот прям вам к лицу и хорошо. В принципе, тогда да, вот такой вот образ вы можете для себя использовать. Немножечко деталей и все. Ну, соответственно, также аксессуары добавляем. То же самое, Настя, аксессуары, сумочки в этническом стиле через плечо. И, соответственно, образ будет завершенный. Продолжаем тогда примеряться. Третий, да, образ у нас в примерочной. Сегодня нашим героиням помогут преобразиться прямо здесь, в торговом центре. А почему бы и нет? Вот такой экспресс-вариант придумали для удобства модниц. Обновил гардероб и завершил образ, как говорится, не отходя от кассы. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Виктор. Почему, не побоюсь этого слова, это новый взгляд на услуги стилистов? Вам не нужно для этого записываться специально, ехать в салон красоты. Вы можете прийти к нам, совместить покупку красивого наряда, поход по магазинам за продуктами с посещением салона красоты. Не нужно тратить лишнего времени, не нужно тратить лишних денег. У нас демократичная ценовая политика. Наша главная фишка в том, что все наши мастера – это бровисты высшего класса. То есть сейчас очень популярны брови. Все поняли, что брови – очень важная часть лица, не только для мужчин, но и для женщин. Потому что образ делового мужчины не может считаться законченным, если у него нет аккуратно оформленных красивых бровей. А когда вот так на бегу, без записи, может ли это сказаться на качестве услуг? Наши мастера все высшего класса, девочки все прошли обучение в лучших визажных школах города и не только. Многие ездят на повышение квалификации в Москву, а также постоянно принимают участие в различных конкурсах и проходят периодически курсы повышения квалификации. Вот и сравним, как работают ваши мастера в отличие от салонных. Скоро я приглашу сюда героинь программы. До встречи, ждем вас. У нас такая динамика вообще и в городе, и в жизни. Иногда хочется, знаете, остановиться и взять созерцательную такую паузу, чтобы посмотреть на природу, чтобы вот увидеть вот эту вот гармонию. Почему вот я вот вам предлагаю именно такие суперженственные какие-то образы в таких спокойных оттенках, светлых. Сейчас вот Настя я также выбрала в этническом стиле, тем более в коллекции Светланы Зотова представлено как бы взаимодействие такое и азиатского, и африканского. Ткани абсолютно натуральные используются. Можно пока пальто у вас я сниму? Вот жакет такой с натуральной ткани, причем акцентируем на том, что интересная фактура, переплетение, вот как вот рогожка такая, видите, да? То есть очень интересно. Помимо этого, вся одежда, она очень функциональна. Сейчас я вам покажу. Давайте застегиваем. Так. В чем заключается ее функциональность? Так, мы видим пальто. Настя у нас на машине, такая деловая женщина, поэтому мы легко вот эту часть можем убрать. И, соответственно, у нас прекрасно получается вот такая вот универсальная курточка. Хорошо, да? Кстати, только немножечко поправить, но то, что вот у нас это выглядывает, это не должно пугать, это, в принципе, достаточно неплохо смотрится. Что касается вашего образа, у вас я использую тоже такие достаточно спокойные образы, но верх у вас
трендовый, потому что кружево остается в тренде. Оно очень модное, актуально. Причем вы его можете носить как с брюками, так и с джинсами. То есть очень универсальный верх. Он не двухсторонний, как те, но тем не менее. Можно вас расстегнуть? Да, да. Блузка у нас тоже в такой достаточно спокойной гамме. Единственное, когда вы, например, снимаете, не хватает опять-таки завершения. Также в таком романтическом стиле поясочек. Добавляем буквально маленькую детальку, и, соответственно, образ получается завершенным. Вот, пожалуйста. То есть маленькая деталь. Также можно использовать каре, как я уже говорила, да? Можно его скрутить и также повязать каким-то легким движением, абсолютно ненавязчивым, неназойливым. И получается у нас... То есть маленькие детали, и, соответственно, все у нас получается. У нас с вами получилось три образа. Один образ выбрали вы, и два я добавила. Какой вы выберете на итоговой сессии, вы подумайте, посмотрите. Да? Сейчас наше преображение не заканчивается. Мы сейчас переодеваемся, забираем наши вещи и продолжаем путешествовать в мир красоты. Марина, все успели? Образы готовы? Конечно, у нас все очень даже хорошо получилось. Это для Насти. Спасибо. А это для Юли Николаевны. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Героини готовы к дальнейшим переменам? Да, готовы. Готовы. Тогда я их забираю в салон красоты для дальнейшего перевоплощения. Счастливо. До свидания. Спасибо. Юля, знакомься, наши героини Настя, Юлия Николаевна. Очень приятно, здравствуйте. Приглашаем вас в наш салон. Юлию Николаевну я приглашаю к нашим мастерам, к Татьяне и к Анастасии. А Анастасию приглашаю к Евгении и Татьяне. Прошу. Привет, Артем. У каждого фотографа есть свой почерк. Какой он у тебя? Я отлично снимаю портретные снимки, досконально прорабатываю все позировки с моделью, стараюсь раскрыть весь потенциал модели. Ты часто сотрудничаешь с модельными агентствами. Сложно ли разнообразить типовые снимки? Делать типовые снимки очень сложно. Я стараюсь раскрыть весь потенциал модели, показать всю ее индивидуальность. Наши героини как раз заканчивают макияж. Пойдем, я тебя познакомлю с ними. Красота! Вот что называется, привел одних женщин, а увожу других. А в чем секрет? Секрет в идеальном тоне лица, правильно подобранных бровях, которые подходят нашей модели, и правильно расставленный акцент в макияже. А у нас в данный момент акцент на губы. А можно ли такой макияж сделать дома? Конечно, вы можете попробовать сделать такой макияж дома, но лучше все-таки обратиться к специалисту. Брови лучше оформлять, все-таки доверять человеку, который это умеет. Потому что вы можете сделать лишнее, убрать. А макияж, если хотите научиться делать себе такой, то вы можете обратиться к нам, и мы вас научим. Таня, а какие тренды макияжа в этом сезоне? В этом сезоне тренд сезона – идеальный тон лица, ухоженные брови, правильно оформленные по типу лица, также правильно расставлять акценты. В данную ситуацию у модели Юлии Николаевны акцент расставлен на глаза. Милые дамы, как настроение? Отлично. Отлично. Вы готовы к дальнейшим сюрпризам? Готовы. Итак, разрешите представить вам наш фотограф, который будет делать вам фотосессию. Сегодня будем с вами работать в интерьерной студии. Если вы готовы, то поехали. Поехали!
Артем Шестаков – один из самых молодых, но при этом востребованных фэшн-фотографов Сибири. Мастеру модных снимков всего 19 лет, но он успешно сотрудничает с ведущими мировыми глянцевыми журналами. Например, итальянский Vogue приобрел фотографию Артема еще 5 лет назад. Сейчас на сайте фэшн-издания более 70 работ сибиряка. Поехали. Угу. Руки прям повыше, вот. Раз, два, три. Угу. Марина, скажи по секрету, все ли получилось? Я думаю, что все получилось. Было неожиданно, особенно для Юли Николаевны, принять именно тот образ, который был во всем белом, единственная разная фактура. Но ей на самом деле понравилось, когда добавили аксессуаров. Образ сложился, и ей стало в этом комфортно. Что касается Насти, то она увидела, что не обязательно быть всегда гламурной. Тот стиль, который был предложен, натуральный, и такие светлые оттенки, выбеленные, ей тоже очень подошли, понравились. А вот, кстати, и они. Сейчас мы посмотрим, что они скажут. Хорошо, давай. Мне очень все понравилось. Очень комфортно себя чувствую в этих вещах. Они очень приятные к телу. Вообще настроение у меня очень хорошее. Мне сделали хороший макияж. От этого я себя чувствую вообще счастливой. По-весеннему счастливой, с хорошим настроением. Очень красивые ткани, очень красивые цвета, очень яркие. Понравилось, как сделали макияж. Девочки просто молодцы, профессионалы. Сделали шикарные локоны. Я просто преобразилась, стала красавицей. Понравилась работа фотографа. Шестаков Артем просто поразил. Он так снимает, он захватывает каждую долю секунды и именно ловит тот момент, когда открываешься. Перед ним не стесняешься, как перед камерой, а перед ним начинаешь позировать, и он точно ловит этот момент. Самый такой интересный, самый живой, самый красивый. Артем молодец. Итак, теперь самая приятная часть программы – подарки от салона Светланы Зотовой. Вы можете оставить себе один наряд, который вам понравился больше всего. А также от нашего культурного спонсора Новосибирской государственной филармонии вам достаются по 2 билета на второй Транссибирский фестиваль Вадима Репина. Юлии Николаевне достаются билеты на концерт японской скрипачки Акико Цуванай и Новосибирского академического симфонического оркестра. А Насте мы дарим билеты на концерт австрийского пианиста Рудольфа Бухбиндера, который выступит с Уральским академическим филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса. А также, милые дамы, я хочу вручить вам подарочные сертификаты от косметической продукции «Шоконат» и салона коррекции фигуры «Невесомость» на очень приятные спа-процедуры. Спасибо. Вот такой насыщенной получилась сегодняшняя программа. И я надеюсь, наши милые телезрительницы открыли для себя что-то новое и захотели преобразиться. Впереди весна, весне дорогу. Это был бизнес-стиль «Метаморфозы». И я, Климанов Виктор, прощаюсь с вами до следующей передачи. Увидимся на РБК. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пришли к нам в студию коррекции фигуры «Невесомость». Меня зовут Анастасия. Сегодня мы окажем вам услуги по коррекции фигуры, лица и тела. У нас проходят такие процедуры, как кавитация, вакуумный массаж, радиолифтинг. Также у нас есть прессотерапия. Мы проводим различные спа-программы, различные виды массажей. Для лица массаж ног. Также у нас есть тайский массаж. Мы работаем с косметикой «Шоконат», о которой сейчас вам расскажет Наталья. Это разработка ученых Наукограда «Кольцо» и Академгородка совместно с нашими разработками. Микродоза аналога ботулотоксина проникает в клетки кожи благодаря воздействию альгината, то есть механическим воздействием без инъекции, совершенно безопасным способом. Это можно также и беременным процедуры проводить, и эффект такой же, в общем-то, как после
инъекция только натуральным безопасным способом. Анастасии мы предложим пройти процедуру шоколадного обертывания на косметике «Шоконат». Маски шоколадные у нас изготавливаются по запатентованной формуле холодным способом, благодаря чему туда не вводятся эмульгаторы и консерванты. И благодаря этому экстракты воздействуют и растапливаются на один раз перед применением, благодаря чему экстракты максимально воздействуют на клетки кожи. Когда мне наносили шоколадную маску, просто голова закружилась, мне захотелось просто лечь и уснуть, и окунуться в какой-то в рай какой-то действительно эмоций, как будто побывала где-то в Таиланде или еще где-то на каких-то островах и на каких-то процедурах. Очень мне понравилось. Такое впечатление, что как будто после, когда снимается вот маска, то прямо омолаживающийся эффект, нету никаких морщинок, цвет лица улучшается, настроение повышается, прямо вот такое настроение весеннее. Спонсор программы – салон женской дизайнерской одежды Светланы Зотовой. Найти интересные стильные наряды в Новосибирске можно по адресу: площадь Карла Маркса, 7, Сан-Сити, 2 этаж, и улица Военная, 5, Аура, 3 этаж. Одежда от Светланы Зотовой – главное, должна быть любовь. Благодарим за помощь в создании программы «Экспресс-студию красоты Шик Лук». Благодарим за помощь в создании программы «Студию коррекции фигуры невесомость». Сейчас стартовала весенняя акция: 2400 рублей 10 сеансов кавитации или 10 сеансов радиолифтинга или 10 сеансов вакуумного массажа. Срок действия акции с 1 марта до 31 марта 2015 года. Благодарим за помощь в создании программы косметическую компанию «Шоконат». Шоколадная, винная, золотая косметика для домашних и салонных процедур. 18 марта компания «Шоконат» проводит бесплатный обучающий семинар-практикум для косметологов, массажистов и специалистов спа-индустрии. Благодарим нашего постоянного партнера, имиджмейкера Марину Язикову за создание образов наших героинь. Благодарим Артема Шестакова, фотографа, за стильную фотосессию для программы. Спасибо нашему культурному партнеру Новосибирской государственной филармонии за предоставленные билеты на концерты.